Всем привет, друзья, с вами Карабаш 74, и сегодня у нас небольшой такой пилотный проект. Я хочу начать играть в Car Mechanic Simulator 2015. Вы, собственно, должны мне, наверное, ответить на вопрос, будем ли мы его проходить. То есть, возможно, даже сделать стрим, я думаю. Но я могу также его проходить, допустим, по 2-3 серии там в день делать, то есть этого кар-механика. Так что давайте. Я уже здесь попробовал, чуть-чуть первую машину отремонтировал. Давайте новую игру начнем, естественно. Применить новая игра. Итак, добро пожаловать в симулятор Автомеханика 2015. В этом небольшом учебном курсе мы покажем вам основные механизмы игры и научим вас выбирать задания первого порядка. Замечательно. Стоп-э. Так, вы слышали, как звонил телефон. Это ваш новый посетитель. Подойдите к столу и возьмите трубку, чтобы узнать, что нужно сделать. По большому счету, ребят, нам в этой игре нужен телефон, компьютер и, собственно, наверное, сам подъемник. Кстати, о подъемниках. Игра выдает 60 FPS, то есть на высоких настройках. На ультра, честно вам признаюсь, я не пробовал. Есть вот ящик с инструментами. Ящик с инструментами, вот, улучшение. Проверяйте этот пункт время от времени. Вы будете получать очки за каждые заработанные 1000 хп опыта. Их можно тратить на улучшение. Каждое улучшение облегчит вашу дальнейшую работу. Замечательно. Вот, то есть апгрейд можно делать гаражу. Это делается, по-моему, к лесенке надо подойти. Да, настройки гаража. Мы можем стены тут, в общем, все переделать в гараже. Вот. Итак, давайте все-таки возьмем первый заказ. То есть, вкратце так пробежались. Игрушка достаточно красиво сделана. То есть, она очень сильно отличается теперь от того, что было в первый раз сделано. Итак, наш первый заказ. Указание. В этом меню вы можете посмотреть все ожидающие вас заказы. Некоторые из них закрыты, так как вам нужно больше опыта, чтобы их выполнить. Здесь вы можете взять заказы, если не хочется напрягаться, без сложностей. Новые задания появляются здесь, когда звонит новый посетитель. Давайте мы вот сделаем вот так вот. Пропустить обучение. Точило новое. Так, двигателю не хватает мощности. Список прилагается. Кстати, они как-то рандомно это, ребят. Они рандомно как-то появляются. То есть я в прошлый раз ремонтировал вот эту маленькую машинку. И там у нее совсем другая проблема была. Рандомность, мне это нравится уже. Сейчас вот только я обратил внимание, что это, видимо, цвет машины, что ли? А какая разница, какой цвет машины? Да все тихо. Получить заказ. Поехали. Вот. Игра прогрузилась. Мы подходим к точиле. Кстати, в этой игре наконец-то можно полностью взять, разобрать вообще всю тачку до самой рамы. Это действительно клево. Я не представляю, зачем здесь нужен подъемник. Отпустить. Планшет. Какой планшет? Клево. Теперь открывать можно наконец-то все двери, все багажники. Можно все снять, поставить обратно. Сесть, посидеть. Вот. Графику. С графикой разработчики в этот раз поработали, и она достаточно теперь оптимизирована. Но все равно, знаете, вроде бы как бы такое незначительное, незначительное такое пространство, но то есть высасывает, естественно, очень много по графе. То есть игра требовательная, ребят. Да выйди отсюда. Да выйди ты отсюда.
Твою мать, Escape надо нажимать. Так, открываем капот, смотрим, у нас открыть заказ-наряд. Заказ-наряд это то есть то, что вам нужно сделать. Говорю для тех, кто не понимает. Катушка зажигания. Не хватает мощности. Причем тут катушка зажигания, я, конечно, представления не имею. Я думаю, что здесь заказы не будут поддаваться немного логике. Катушка зажигания. Так, нам надо приблизительно определить, где у нас катушка зажигания находится. Так, это у нас гидроусилитель руля. Вот, вот это, наверное. Блок управления АБС. Нет, гидравлический блок. Нет, где зажигание, твою мать? Так, это нет, это топливная рампа. Это я и так знаю. Где катушка зажигания, мать твою? Так, это у нас стартер, по-моему. Где? А, ну да, вот, стартер написано. Так, можно отключить в этой игрушке, очень замечательно, отключить, как он называется, то есть сам кузов, чтобы он вам не мешал. Во, а вот это, по-моему, была катушка зажигания. Твою мать, ничего не видно. Нет? Нет, я перепутал, я думал, вот этот вот блок цилиндра, и тут все вместе сразу сляпано. Так, а где у нас катушка зажигания-то? Так, это что такое? Дроссель. Ну, это понятно, это у нас тормозной. А где зажигание-то? Катушка зажигания. Так, стоп. Режим сборки, открыть инвентарь. Так, поиск неисправности. Троечка. Это что, катушка зажигания? Катушка зажигания, ребят. Я в шоке. Так, троечка. Режим разборки. А что, их все надо? Так а там же только на одну показывалась-то. Троечка. Все? Идем покупаем катушки зажигания. Так, открываем наш инвентарь. Так, открыть инвентарь. И у нас катушки зажигания. Вот у нас одна навернута катушка зажигания. Да не надо пока продавать ее. Я еще не купил новую. Зачем ее продавать? Магазин запчастей. Так, давайте пропишем. Здесь замечательно теперь работает поисковая система. Так, катушка. Катушка. Вот. Катушка зажигания. Вот она. Пожалуйста. 60 бакинских. Окей. Нам нужна одна. Мы идем. А остальные мы все вхерачим старые. Зря мы, конечно, выкрутили эти. Эй, свечку зачем? Ты, мать твою. Стоп, двоечка. Свечку вытащил, падла. Да, затолкай обратно ее. Катушка зажигания. Так. Так. Ой-ой-ой. Нет. По-моему, я хреновую сделал сюда. Так, двоечка. Ставим. Правые клавиши, ребят. Теперь сделали правые клавиши. Надо нажимать, держать ее. Потом вы... Кружок этот пройдет. Потом вы выбираете то, что вам нужно. Все. Мы смотрим, открываем О, наряд заказ, катушка зажигания поменена. Галочка стоит, все замечательно. Завершить работу. Общий доход 77 бачей. 77 бачей православных мы заработали уже. Замечательно. Давайте другой заказ возьмем. Нет, катушка зажигания мне не нужна. Открыть инвентарь. Мы старую продадим. Инвентарь убран. Один элемент. Так, все, следующий заказ. Забираем. Так, двигатель работает неровно. Список прилагается. Получить заказ, ну, а остальные, потому что у нас, не, наверное... Остальные, наверное, у нас не получится пока что взять и сделать. Так, открыть. О, а, блин, на ноль нажимаю. О, так. Топливная рампа. Топливную рампу DL. Менять. Поехали. Двигатель.
топливная рампа. Разворачиваемся. Вот она, наша топливная рампа. Режим разборки. Так, ну да. Так, блядь, тут полмашины сейчас придется разобрать, ребят. Некогда мне! Я занят. Ёп. Снимаем. Я не понял, а где музыка? Я включил музыку. Все, идем, я так думаю, покупаем топливную рампу. Так, инвентарь. Топливная рампа DL. Да, идем покупаем топливную рампу. По большому счету, это такие, знаете, самые начальные, первоначальные такие заказы. Пишем рампа. Вот она, топливная рампа MPL. Нам нужна DL. Мы ее покупаем. 295 бачей. Охренеть можно, я столько не зарабатываю. Так. Режим сборки ставим. Двоечка. Новую топливную рампу. Ставим впускной коллектор. И начинаем крутить безбожно. Я не понимаю, куда музыка пропала. Музыка была, ребят. Я включил запись, короче, музыка пропала. Я хрен его знает, чем эта проблема вообще. Так. Так, давай ставься. Ну и все. Наша работа тут закончена. Забирай! Инвентарь. Топливная рампа на помойку. Убрали. Так, открыть наряд заказ. Готово. О, 589 бачей заработали. Нормальный ход вообще. Идем заново к телефону. Двигателю не хватает мощности. Так мы же сейчас только сделали. Смена масла и замена фильтра. Получить заказ. Поехали. Сейчас третий заказик сделаем. Ну, для ровного количества. Три. Три для ровного количества. Кофейку. Ну, какая-то банка стоит. Пиво, наверное, пьет паскуда прямо на работе. Так. Троечка. Это, видимо, знаете, это для тех, кто, собственно... А что нам надо-то? А, сменить фильтр. Ну да. Это для тех, кто не умеет совсем, то есть, играть, и кто не больно-то, так сказать, разбирается. Так, режим сборки нам не надо. Нам нужна режим разбор. Доступно. Доступ открыт из-под машины на подъемнике. А как ее на подъемник поставить? Так. А, вот, переместить машину. М. Левый подъемник, правый подъемник, центр. А какая разница? Диагностический стенд, покрасочная камера, парковка, нихера. Давайте на левый подъемник. Да, давай. Поехала, милая. А то я думал, мы до пенсии так будем поднимать ее. Отлично. Погнали. Снимаем фильтр. Откручиваем пробку. Стоимость очистки... Стоп. Почему стоимость очистки масла? Твою мать, а. Вот твою мать. Ну. А, нет, фильтр... А какой там фильтр-то? Так, инвентарь. Поменять масла. Слить старые и залить новое. Масляный фильтр. Ну, это понятно. R4. Масляный фильтр. Идем масляный фильтр искать. Блин. Надо же, а так накосячить. Я же не знал, что там какую-то канистру еще надо. Фильтр. Чтобы не рыться, знаете, там... Ну, до хера же всякой шняги. Мы... Вот, R4. Забираем. Идем. Ставим фильтр, опускаем машину. Перегоняем ее в центр. Так.
Режим сборки нам нужен. Да ёптать. А! Обычный режим, вот. Так, режим сборки. Два. Новенькие. Отлично. Все. Опускайся. А тут где-то что-то есть? Я что-то понять не могу. Где это? Херобора-то? Как нам посмотреть-то? Где щуп? Щуп где-то я видел здесь. Где, мать твою, щуп-то? Щупа-то нет, что ли? Вот оно. Минимум. Поехали. Льем. По-моему, через верх полилось. Все отлично. Закрываем. Тачку отдаем. Блин, да. Масляный фильтр. Тут мы накосячили, короче. Деньги, потраченные на ремонт. Мы пол закосячили, короче. Завершить работу. Вот. Так что давайте, ребят, голосуйте. То есть будем ее проходить, не будем. Музыку я обязательно включу в следующий раз, потому что я не знаю, куда музыка делась. То есть музыка была до того, как я нажал кнопку записи. И музыка вырубилась. Но это я поправлю. Естественно, я это сделаю. То есть здесь, по-моему, да, сохранить и выйти только кнопка есть. А F1 здесь есть? Нет, ничего не работает. А с вами был Карабаш74. Большое всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Регистрируйтесь в рейд-коле, подсоединяйтесь. ID в шапке группы у нас написан, так что подсоединяйтесь. Подавайте заявки. Там занимается всем Александр. Как всегда. Там написано, как всегда, Саня. Вот. В общем, он занимается. Нож чешется сегодня, караул. Вот, у сестры сегодня день рождения. Нажимайте на рекламу, по возможности, ребят, обязательно. Всем большое спасибо, всем пока. Лайки ставьте.